Со среды 16 сентября будет закрыто движение через перекресток и железнодорожный переезд на пересечении улиц Малу и Стацес. Заместитель руководителя управления коммунального хозяйства Вадим Симоненко пояснил, что на этом участке будут фрезеровать верхний слой асфальта, который уже износился, и затем укладывать новый. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Кандова, Спорта, Стадиона, Балву, Стацес и Карклю, а также Малу, Первая пассажирская, Видземес. Исключение будет сделано для общественного транспорта, для которого движение через перекресток будет открыто. Управление коммунального хозяйства приносит извинения за сложившиеся неудобства. Ремонтные работы планируется завершить к 21 сентября.